Всем привет, на канале Александр М. Брест. Это «Минутка вандализма». Сегодня у нас в «Минутке вандализма» 6271 «Макита» с поломанным редуктором. Чаще всего в этом шуруповерте вылетают вот эти вот пластиковые зубчики. Однако иногда умудряются вынести и металлические зубья. Вот как выглядит нормальная рабочая шестерня. А вот причина нашей поломки. То есть, я думаю, видно, что кромка вот здесь по всей окружности зубов просто-напросто стерта. То есть, из-за стершихся вот этих зубчиков наш венец не входит в зацепление. Ну и, соответственно, шуруповерт просто-напросто трещит, а патрон стоит на месте. Чаще всего причиной такой поломки, естественно, становится неправильное обращение с шуруповертом. Человек, работающий шуруповертом, допустим, ставит в него сверло. Начинает сверлить. Что-то его не устраивает, к примеру, обороты. И он прямо, непосредственно в момент, когда сверлит шуруповертом, то есть когда шуруповерт находится под нагрузкой, переключает скорость. Естественно, нормально шестерни в зацепление не успевают зайти. И по самой кромочке начинается вот это чесание, да, между собой шестеренок. Ну и в итоге результат вы уже, в принципе, видели. То есть стершиеся шестерни и одна из скоростей нерабочая. Скажу, что это довольно нередкая поломка. То есть, к примеру, взять единственный вообще редуктор, который я менял в Ryobi RCD1802M, вот видео, именно таким же образом и ушатали. По поводу этой Макиты, у меня просто даже вот здесь на рынке уже два вот дохлых венца лежит и один только целый. То есть, бывает, реально бывает. Просто человеку реально лень тех пару секунд потратить на то, чтобы вот работает он, остановить, щелкнуть и работать дальше. То есть, да, я понимаю, там иногда эти пару секунд много чего значит. Однако за эти пару секунд вы не сможете заработать столько денег, сколько стоит новый редуктор. А вот такие вещи, как вот эти венцы, обычно отдельно как бы я не видел их в продаже. То есть у меня, допустим, это просто-напросто с разборки осталось. Ну, а я надеюсь, что видео было полезным. Поэтому всегда правильно переключайте передачи. И, естественно, подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео. Ну и хватит.